Наконец-то по-настоящему теплые выходные ждут красноярцев. Предстоящей ночью плюс 18 градусов, в субботу днем до 25 и даже до 28 выше нуля. В воскресенье на небе будут иногда появляться тучи, идти небольшой дождь, но он погоды не сделает. Воздух снова прогреется до плюс 27. И только в понедельник, так чтобы мы со спокойной душой вернулись к работе, жара спадет, ночью 10, днем плюс 18.